До наступления Нового года осталось совсем немного. В дни зимних каникул для горожан приготовили много праздничных мероприятий. Часть из них, по традиции, пройдет в парке имени Зернова. Парк культуры и отдыха пригласит горожан на традиционный детский каток, который начнет свою работу. 5 января мы ждем маленьких и взрослых на интерактивный большой зимний квест по парку вместе со сказочными героями, который начнется в 11 утра. В ближайшее время в парке откроется реконструированная детская площадка за игровыми автоматами. Открыла череду новогодних мероприятий церемония зажжения огней на новогодней елке. Для этих целей выбрали дерево, которое растет у аттракциона «Автодром» в парке имени Зернова. Так как парк сегодня пользуется большой популярностью, да, и у нас, по сути, самая высокая живая ель в городе, поэтому место выбрано было именно в парке. Несмотря на мороз, праздник собрал много маленьких саровчан и их родителей. После церемонии зажжения огней малыши и взрослые вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными персонажами водили хоровод вокруг елки, пели и танцевали. Ель, украшенная новогодними огоньками, будет радовать детей и взрослых и создавать саровчанам новогоднее настроение. Екатерина Опенова, Константин Островский, Владимир Лисик, служба новостей Саров, 24.